В коллекции галереи «Русская икона» примерно 150 изображений Божьей Матери. Многие сюжеты и названия богородичных икон повторяются. Украшение икон Богородицы пользовалось особой популярностью в XIX веке. На их обрамление выделяли большое количество самоцветов и драгоценных металлов. Икону «Богоматерь Казанская-Вышинская» последней трети XIX века выполнили мастера Тамбовского Вышинского монастыря. В окладе использовали различные материалы – бархат, лен, парчу, пайетки, бисер, стекло и серебро. Золотые окалады изготавливались не только для вновь сделанных икон, но и для старинных. Металлические ризы, безусловно, продляли иконам жизнь. Оклады заказывали для того, чтобы отблагодарить икону за чудо, которое она совершила, исцеление, исполнение желаемого. Об этом и многом другом рассказывают сотрудники библиотеки Маяковского на экскурсии в галерее «Русская икона». В экспозиции более 450 икон разных времен, стилей и школ, по которым можно проследить развитие русской иконописи. Самый древний экспонат галереи датируется XVI веком. Здесь же представлены иконы работы мастеров оружейной палаты Московского Кремля XVII века, сюжеты «Преображение» и «Воскресение», «Сошествие в ад». Во всем этом многообразии трудно сориентироваться самостоятельно. В групповых экскурсиях владелец галереи Владимир Пухов рассказывает о канонах создания икон, видах изображений, процессе реставрации. А сотрудники отдела редкого фонда библиотеки Маяковского продолжают рассказ об особенностях экспонатов. На выставке представлен ряд икон с изображением Серафима Саровского. В частности, есть икона, надпись на обороте, которая свидетельствует о том, что она была освящена 19 июля 1903 года на мощах преподобного отца Серафима Саровского во время канонизации. Саровская галерея «Русская икона» сотрудничает с известными и солидными музеями России. Сотрудники музея Андрея Рублева уже неоднократно бывали в Сарове, изучали экспонаты галереи, делали на них атрибуцию. Галерея «Русская икона» находится по адресу улица Димитрова, 6, строение 2. Экскурсию организуют от 5 человек. Запись по телефону 7-94-94. Вход свободный, без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.